Привет. Тут у нас дождик прошелся, жарище еще то. Я думал, немного похолодает, но этого не произошло. Смотрите, вот. Еще и дверь кто-то оставил открытой. Сейчас будет дуть. Ни стекол, ничего. Все входы, въезды и выезды открыты к зданию, да, к подъезду. И вот дверь железная. Зачем, спрашивается. Так уже почти 15-20 лет. Кстати, тут продаются квартиры. Дом еще не закончен, строится. Можно купить.